Парк Победы. Теоретически. Значит, надо. Я бы поставил, из-за того, что Парк Победы, я бы поставил красную здесь. Именно только в парке. Как раз выделяться, потому что парк — это все-таки место отдыха. Знаешь, просто автомагистрали, там тротуары. С точки зрения эксплуатации, тем более, что парк — это пешеходная зона. То есть как бы тут нет автомобилей, нет болота там и так далее. И просто вот этот вот. Как раз, я думаю, даже крошка этого украинского, этого винницкого гранита. И вот этим розовым гранитом, я думаю, что если поставить вот при том, как он есть, будет хорошо смотреться, да? И говорили, какое-то пламя, да, какое-то, ну, типа. Да. Пламя. Это слишком пестрый. Вот этот посветлее, да? У нас и 75 лет Победы. И дата хорошая. И парк на самом деле очень красивый, и парк, самое главное, не затронутый экономическими агентами. То есть ресторан, который есть в крае, он все равно проезжей частью. То есть тут, скажем так, нельзя сравнивать с тем, что у нас в парке Андриеш и в других местах города. Значит, Лариса Ивановна, единственная просьба, значит, когда, значит, еще раз, давайте мы все-таки перемеряем. Вот есть 9800 квадратных метров, вы сказали, да, вообще? Это когда делался замер? Это делалось в конце года, в декабре месяце, мы каждый год. То есть он свежий, да? Конечно. Окей. Значит, 9800 метров. Ну, с карманами будет 10. А? С карманами будет 10. Хорошо, я имею в виду, что, например, вот мы примерно находимся в центральной части здесь, да? Вот когда пойдут строительные работы, чтобы они шли в центру по краям. То есть, чтобы они не шли навстречу друг другу, как я видел на некоторых объектах. Чтобы они отсюда, условно, одна команда плиткой ушла вправо, другая ушла влево. То есть, чтобы пошли из центра, чтобы можно было по этим... Чтобы уклон соблюдался, чтобы... Не чтобы уклон соблюдался. Основной вопрос в том, что не привести в беспорядок. Потому что вот по этим можно даже на погрузчике заехать и завести плитку. Чтобы, а если они будут ездить, то чтобы они не начинали с краев, чтобы они с центра расходились в разные стороны. Поняла. Вот единственное. Светлана Викторовна, предоставьте мне модели, пожалуйста, лавочек, каких-нибудь образцы. Посмотрите, есть. Сегодня есть очень много компаний, пишут мне там через социальные сети, где я был приятно удивлен, когда я узнал, что они из бетона, я имею в виду. Ну, то есть настолько красивые лавки, они антивандальные, они долго стоят, потому что при том дереве, что у нас есть в Молдавии, там каждый год их красить и так далее. То есть либо это дерево, покрытое год, маслом, да, которое просто выгорает со временем. Либо, ну то есть покажите, что есть сегодня. То есть мы в этом году однозначно, даже при наличии средств, не успеем выполнить этот объем работы. Поэтому задача номер один — это определить. Значит, вот с плиткой мы разобрались. Определить, какие у нас будут лавки, какие у нас будут стоять урны и освещение. То есть ребят с электрикой запустить в этом году нужно однозначно, закопать все, что нужно, и после них пошли. То есть безусловно, столбы и сети нам надо сети закопать под землей. Под землей сети закопаться. Да? Здесь нормально. Здесь не мозг хороший. Нет, все равно надо будет собрать, сейчас видишь, каникулы, собрать, чтобы потом мне дети не возмущали, что взяли вместо футбольной площадки и сделали скейт-парк. Нет, мы найдем место здесь.